Приветствую, друзья, подписчики. Коротенькое видео, обзор. Сегодня мы с Ромой здесь ужинаем. Вот такая вот рыбка с картошечкой. Что там у нас? Картошка, рыбка сик. Вот такая. Вау. Мягкая, сочная внутри, хрустящая снаружи. Картошечка. Лепешечками этими, пластинками. Все поджарено. На саджи, на мангале. Напротив вот такой красоты. Тут просто без комментариев, друзья. Природа. И вот такой вот у меня лопух растет. Надо с него салат сделать. Попрошайки уже здесь у нас. Жизнь в деревне. Сытые все как эти. Салатик с огурцов с местных. Правда, что-то у меня огурчики не растут пока. Нормально. Будет все. Рыбка. Рыбка на природе, ребята. Рыбка огонь, хрустящая. Красота. Красота. У нас рыбку едят все. Да. Да, Амур? Да. А еще у нас есть такая штука под ногами. Такой вот дымокур, сделанный из грибов. Из древесных. И полный кайф. То есть можно сидеть, комары не грызут, мошка не грызет. Вот так вот, это просто ужин у нас. Да. Как бы просто поесть. Вчера у нас был тоже просто ужин. С раками, да. Клешня валялась. Раки мы ели. Все, что осталось. Ну, было вкусно. Вот так вот и голодаем потихоньку. Ну. Вчера раки, сегодня сик с картошкой. На саджи, блин. Да. Позавчера плов, блин. Готовьте на казанах, на саджах. Готовьте на природе. Отдыхайте свежим воздухом, дышите. Это самое главное. Выезжайте на природу хотя бы раз в недельку, хотя бы в два раза там в месяц. И будет хорошо. Для профилактики из городских стен. Ну, мы завершаем наш видос, коротенький такой. Все, вставай. С вами были канал Фишерма ДВ27 Рус, кухня аборигена Амур Фишерман и все остальное. Короче, там и... Всем пока-пока и приятного аппетита.